Всем привет, с вами Марс. И вот я вот решил, блин, как это так? Не выпала броня? Что же это несправедливость такая? Ну, убили мы Мирока, и он растворился. Я обнаружил очень интересную херню. После его убийства он попадает вот сюда. И тут лежит его маска, его перчатки, его сапоги, его меч, его одежка, его посох. Примеряем обновки. Это меня очень обрадовало, потому что пополнилась моя коллекция. Причем крутое, в принципе, по виду одеяние Мирока не ушло просто так. В никуда. Ой. Так, перчатки Мирока. И сапожки Мирока. А из оружия меч Мирока. А, и посох Мирока. Ну давайте. Full set, в принципе. Да? Вот оно. Вот оно, ребята. Так, посмотрим по бонусам. Маска к магии. Поглощение магии драконьего дыхания. То есть это все против драконов. Да. Да. Одежка вся против драконов. А с оружием что? Повышение запаса сил. В принципе, для коллекции неплохо. А посох? Ага, посох вызывает как раз таки вот эти вот щупальца скрытные. Давайте испытаем. Ну, одежка офигенная. О-о-о-о. Какая мерзость. Бог мой. Но меч довольно быстрый. Только мне кажется, что он короткий. Ну ладно. Вот в принципе и все, что я хотел вам показать. Всем спасибо.